Привет тебе, человек, который смотрит меня. Рад тебе тебя видеть. В общем, такой сегодня блогеро-философский выпуск у меня, потому что и тема такая блогеро-философская. Задал я вопрос ребятам с одного канала. Ну, это канал «Гвозди». Я и сам про него как-то раз уже упоминал. И даже не магия про него упоминали так вскользь в каком-то из своих видосов, что типа вот действительно годный контент и тому подобное. Типа люди смотрят всякий шлак, а годный контент остается без особого количества просмотров и внимания. Этот канал «Гвозди», кто не знает, они делают такие веселые сценки из жизни, зарисовки. У них есть сериал «Знахарь» про такого Емельяна. Веселого чувака, который, ну, такой российский Робин Гуд в какой-то степени, то есть он шарлатан, но очень уверенный в себе, бодрый, веселый, и чаще всего за какую-то справедливость, хотя бы за свою. Слюни летят, что-то у меня. Жвачку надо выкинуть. Не знаю, положим пока сюда здесь, чтобы не мусорить. Ну вот, я подписан на этот канал уже несколько лет, по-моему. Их сначала было трое, потом один отвалился, ушел от них. Говорят, что по семейным обстоятельствам родился ребенок, ну и все дела. Было у них там 12 тысяч подписчиков, еще меньше тысяч подписчиков было. Сейчас почти сотка. И раньше я у них просил рекламу. Я говорил, пацаны, давайте там прорекламируйте меня. Когда у них, по-моему, то ли 9, то ли 12 тысяч подписчиков было, я у них попросил, обратился к ним с такой просьбой. И они сказали, что типа, ну, подписчиков нет особо, смысл рекламировать. Вот, а вроде как коллаборацию какую-то делать, да, то есть ты нас рекламируешь, мы тебя, тоже смысла нет, потому что у нас вроде все-таки уже почти, ну, там, ощутимое количество подписчиков, а у меня, не знаю, у меня 1000 была или не была, я вот, если честно, не помню. Вот. Ну и, соответственно, вроде как, ну, друг другу удачи пожелали, и все. Решил я им написать вот вчера, или позавчера, по-моему, вчера я им написал. Ну, потому что ребята действительно адекватные. Как бы мне нравится то, что они делают, как они это делают. И я им говорю, что так и так, вот, с самого начала вас, ну, не с самого начала, там, с ранних-ранних лет вас смотрю, желаю вам там удачи, мне нравится, все такое. Хочу заказать у вас рекламу. Говорю, что, мол, когда-нибудь наступят времена, когда у вас будет 1 000 000 подписчиков, тогда реклама будет стоить дорого. Ну а пока еще, вот вроде скоро сотка, вроде рекламу можно у вас уже заказать. Что не так мало, что вроде смысл за нее платить, да? Но при этом, при всем, может быть, и цены будут адекватны. Вот, они мне говорят, что так и так. Спасибо, что смотришь, рады этому. И спрашивают, зачем тебе реклама? Я, конечно, смысл-то вопроса сразу понял. Но все-таки отвечаю, я говорю, что суть я понял. Но говорю, что, ну как, все равно количество подписчиков, чтобы было больше, как-то развиваться. Они говорят, что так и так. А, я им еще пишу, что вас, говорю, смотрят адекватные люди. Ну, их действительно смотрят в основном мужики лет от 20 и до 40, до 50. Ну, то есть вот такой прямо средний класс мужиков. Самые такие вот адекватные люди, по сути, да. Я не хочу сейчас назвать никого другого неадекватным, там, ни девушек, ни, может быть, ни подростков, ни пенсионеров. Но действительно, даже по сути, по комментариям, у них нет какого-то срача, мата, там, призывов непонятно к чему. Очень адекватные люди. И я и говорю, что вас смотрят адекватные люди. И у меня тоже на канале, можно сказать, все подписчики — это адекватные, здравомыслящие люди. Поэтому я говорю, аудитория у нас, по сути, одинаковая, а контент совершенно разный. Поэтому, в принципе, мы по контенту не пересекаемся. Аудитория и там адекватная. Предлагаю, ну, мне будет от этого интересно.
Они говорят, что посмотрели пару твоих видосов, а у меня как раз последние несколько видосов, все тупо стримы. Вот когда я беру телефон, ставлю и стримлю, да? Они говорят, посмотрели пару твоих видосов, ты, говорит, не стараешься, снято буквально просто на телефон. Ну и как-то вот все. Я говорю, ну понятно, в любом случае, говорю, спасибо за ответ, спасибо за совет. Я говорю, вы-то, конечно, нехило стараетесь в каждом выпуске. Они говорят, да, мы растем от выпуска к выпуску, все дела. Вот, я... И как-то немножко меня это дело, не знаю, огорчило, что ли. К пацанам претензий нет, у каждого свой взгляд, у каждого... Они действительно стараются, они действительно делают контент, да? И я всем всегда готов порекомендовать канал Гвозди. Но все равно какое-то такое вот ощущение... Вопроса у меня внутри... В принципе, может быть, я поэтому и снимаю, хочу с вами посоветоваться. Да, действительно, у меня даже не то чтобы развития нет какого-то, да. У меня, по сути, в какой-то степени даже деградация, потому что раньше я делал обзорчики книг, обзорчики каких-то вещей. И, кстати, на этом больше всего просмотров-то у меня и есть, когда я делаю обзор, там, купил перфоратор, купил там что-то еще, обзоры книг. А сейчас, по сути, я больше скатился к вот такому вот трендежу. Даже не по какой-то теме, а просто к стримам. Просто на телефон. Ну, понимаете, в чем фишка? С одной стороны, когда ты херачишь какую-то штуку несколько лет, довольно такое продолжительное время, то, как правильно сказал Денис Борисов, может быть, это уже как бы и не твое. 5 лет прошло, когда можно смело сказать, что это хрень, бросить и уйти. Либо поменять пилу, либо что-то совсем другое делать. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравятся люди, с которыми мне приходится общаться. Мои зрители мне нравятся. Я очень этому рад, потому что я считаю, что YouTube немного дал. В плане личностного развития, в плане хороших знакомых, хороших друзей, хороших мыслей, каких-то идей интересных, взглядов на жизнь. Когда я смотрю какие-то другие каналы, есть, конечно, много каналов, где люди действительно работают, где действительно вкладываются в сценарии, вкладываются в монтаж, в оборудование, во все вкладываются. Но также есть... Довольно много каналов с большим количеством и зрителей, и интереса к ним, где, по сути, происходит то же самое. Трендёж, и, может быть, еще и менее интересный, чем у меня. Я не хочу никого обидеть. Я считаю, что все это дело субъективное, конечно же. Кому чей трендёж интересно слушать. И даже в пример не хочу никакие каналы приводить. Заставка, монтаж. Ну, когда вот есть откровенно ненужные куски, я стараюсь их вырезать. Заставка, для чего она адекватному человеку? Ну, появились буквы, ну, один раз, ну, второй раз. А потом, ну, мне вот хочется, особенно если длинные заставки, мне хочется их промотать. Нахрена? Я знаю, что я смотрю, я знаю этого человека. Если я пришел к нему на видос, открыл, мне, значит, интересно посмотреть. Мне заинтересовало название, и просто я, как бы, если я подписан на канал, я каждый раз с удовольствием слушаю его мысли там или еще что-то, да? Может быть, и не с удовольствием, но мне интересно. И мне не надо вот этих длинных вставок, каких-то танцев, плясок, еще какой-то ерунды. Опять же, не хочу никого обидеть, у многих это классно, здорово смотрится. Но мне это нахрен не нужно. Как зрителю, вот я про зрителей говорю. Поэтому я в свое время делал заставки, потом у меня сломался компьютер, я перестал их делать, просто из-за того, что мне негде было. Сейчас у меня компьютер есть уже, да? Ну, как-то я не возвращаюсь к этому, может быть, надо вернуться. И, наверное, главное, что вот я ценю сам в своем канале, как считаю для вас, то, что я стараюсь максимально честно, откровенно и открыто делиться с вами своими мыслями. Может, они, конечно, нафиг никому не нужны, но, с другой стороны, это какой-то, пусть и небольшой и, может быть, узкий, но жизненный опыт. Делиться с вами, возможно, своими переживаниями, возможно, событиями в какими-то в жизни. И стараясь делать это честно,
открыто и максимально откровенно. Конечно, бывает часто в нашей жизни и цензура разная, начиная от внутренней, заканчивая правительственной, да, можно так сказать, государственной, на которую ты все равно делаешь поправки. Бывает, ты пересматриваешь свои взгляды, свое мнение, то есть ты записал там, буквально можно вчера записать видос, а уже завтра тебе стыдно за него, и ты хочешь его удалить. Или там послушал, почитал, разобрался в теме и понимаешь, что был в корне неправ. Но опять же, можно так же честно записать еще один видос и сказать, что вот, был неправ, сам узнал много нового, развился, да, и осознал, что называется. И теперь вот информация, вот новые взгляды мои. И тут я в какой-то степени хочу с вами посоветоваться. Может быть, действительно просто, ну как, я не знаю, забить на канал вообще, закрыть его, потому что, ну это шняга, и это не мое, и у меня не получается. Я не интересен там или еще что-то. Либо у меня очень узкая аудитория. Или действительно, я стараюсь внутри. Я стараюсь быть честным и откровенным, и считаю, что это вот в моем случае главное. Может быть, действительно не хватает экшена, каких-то заставок, каких-то там музыкальных пауз, там пауз, не пауз, музыкального сопровождения. Вот сейчас радио включу, да, что-нибудь, монтажа. Не хватает того, чтобы я брал обычный видос и еще там, не знаю, час-полтора сидел и в Вегасе краптел над ним, вырезал, делал какие-то вставочки, переходы. Просто у меня это было, и это огромное, ну, значительное количество времени у меня забирал этот Vegas, Sony Vegas, да? Очень долго рендерилось. Комп у меня почти сгорел, ноутбук, да, от этого дела, там, видеокарта, ну, как бы он тогда начал вырубаться из-за того, что видеокарта, может так, в ноутбуке там же по-другому называется, стала перегреваться и вырубаться. И дало мне тогда это какого-то качественного изменения или какого-то большого роста подписчиков там или еще чего-то? Да в принципе нет, ну чуть-чуть прикольнее ролик с заставкой, чуть-чуть. Я, наверное, хочу к вам обратиться, как к своему зрителю, потому что у меня все равно взгляд субъективный. Я не могу посмотреть на себя со стороны, это сложно. Конечно, я могу посмотреть свои видео, но все равно я свои видосы, когда смотрю, я часто, бывает, запишу, например, видос, да, не посмотрю, ну как, и выкладываю, не посмотрев, мне хочется уже с вами поделиться, а потом сам же пересматриваю, и, может быть, ошибки какие-то нахожу, может, еще что-то, но мне интересно. Хоть я все это только что сам рассказал, я знаю все там дословно, что будет, мне все равно интересно. Поэтому обращаюсь к вам, мне очень повезло с моими зрителями, и это, наверное, тоже я могу ценить, точнее, не могу ценить, а очень ценю. И считаю, что это все-таки моя заслуга, что меня смотрят как бы достойные люди. То есть мне интересно с вами общаться, и мне интересно читать ваши комментарии. Я понимаю, что я могу и у вас многому поучиться. Вот в чем дело. У каждого причем в какой-то своей, в каком-то своем направлении. Поэтому я обращаюсь к вам. Кому не сложно, кому есть что сказать, напишите в комментариях. Что делать вообще, как, правильно ли я все делаю? Я-то думаю, что я все делаю правильно, я и буду продолжать. Но может быть как-то вам виднее, в какую сторону, что интереснее, что лучше развивать. Может быть разделить вообще канал, чтобы сделать канал со стримами, вот так, с таким трендежом, и отдельный канал на какие-то там, ну, не знаю, обзоры каких-то вещей, какие-то обзоры фильмов, обзоры книг, там еще чего-то. Ну то есть такие вот тематические видео, и видео просто с трендежом убрать. Может быть, все-таки сделать несколько каналов. Я думал сделать домашнего культуриста, но я редко выкладываю видео с домашним культуристом. И не вижу смысла прямо вот отдельный канал там вести. Хотя он есть.
Ну и хочу также призвать вас, заходите в мою группу ВКонтакте, я сделал группу ВКонтакте, там слэш, группа называется WFG, Wallace Fromg, по сути, да, три буквы, WFG, я думаю, вы найдете эту группу без проблем, поэтому прошу там, оставляйте свои записи, свои комментарии какие-то, может быть, ссылки на интересные статьи, о чем бы вы хотели видеть видео, может быть, мое мнение, если кому-то оно интересно. Какие-то вопросы, может быть, мне делать видосы в формате, знаете, Денчик отвечает, у Дениса Борисова есть такой, да, тут, может быть, Андрей отвечает, там, или еще вот как-то вот что-то в этом роде. В общем, я буду вам признателен за обратную связь, вы всегда, как бы, по сути, вдохновляете меня на мои видосики. Ладно, спасибо вам, давайте всем пока, ну и до скорых встреч. Конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии. Блин, ребят, без ваших комментариев не знаю, что делать. Ну и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока.